В Новосибирске определили лучших работников торговли, общепита и предприятий бытового обслуживания. В этом году участие в традиционном конкурсе приняли 260 компаний. В ковидный год темп роста составил 7,9%. То есть мы 107,9% сделали город. Это редкий город, практически единственный город за Уралом, во всяком случае точно, который в 2020 году дал прирост по товарообороту. Тем не менее, 2020 год внес свои коррективы в стратегию развития всех отраслей экономики и в первую очередь в отрасль потребительского рынка, как наиболее пострадавшую от эпидемии, от пандемии коронавируса. В период ограничений многие предприятия были вынуждены перейти в онлайн-режим. Некоторые представители малого бизнеса не выдержали конкуренции и закрылись. Комфортнее всех себя чувствует сфера электронной торговли. Компании создают мобильные приложения, чтобы оказывать услуги или продавать товары более оперативно и без участия сотрудников торговых залов. По итогам конкурса победителем стало 21 предприятие торговли и сфера обслуживания. Их наградили почетными грамотами, благодарственными письмами и кубками. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.